Всем привет, продолжаем мы прохождение игры. Ой. Сёгун Татуваз, говорю. Дополнение Mongol Invasion. Так, и что у нас получилось? В общем, держали мы тут победу в Вакасе. Вот нам, кстати, здесь объединить войска. Более полные отряды. Так, а очень можно объединить. Лучник, конных лучников можно. Так, ну и все, больше мы здесь вроде бы никого не сможем объединить. Так, и вот куда монгол будет идти в следующий раз, я пока не знаю. Но, кстати, нужно вот эту группировку монгольскую добивать. Даже доход у нас, конечно, не ахти. Так, ну в общем, основные силы мне нужно, надо будет набрать на какую-то. Надо нам собрать такую более-менее мощную группировку сейчас. А, надо, короче, следующий ход ждать или нет? Ну да. Там можно убить вам. Ладно, подождем мы сейчас следующий ход. В следующий ход тогда нападем. Завершаем ход. Ух ты, новый казна 889. Ну вообще отлично, конечно. Что я тут? Нанимать бесполезно. Надо хотя бы нам. А вот в Акасе порт поставим. А, у нас же в Акасе порт уже строится. Так, ну что тогда, где еще нам что сделать? На замковые постройки нам вряд ли что-то хватит. Так, ну вот хотя бы ферму, может быть, построить. Да, уже без подкрепления я тут долго не продержусь, если у нас сейчас денег не будет. Так, в общем, давайте сейчас мы создадим группировку. Вот эту нашу способную генералу сюда. И наиболее мощные отряды сейчас тоже мы к нему. Перебросим. Тут вообще сезон нам немножко отрядов. В основном всех нам нужно. Вот в эту вот армию. Так, что не так? Ой, я не так сделал. Но я думаю, у нас уже раза в два группировка больше, чем у противника. Вот давайте еще кого-нибудь. Вот этих вот лучников еще возьмем. И пойдем в наступление. А если отряда пока, наверное, мне кажется, оставлю на месте лучше оставить, потому что сейчас монголы уйдем, они могут сюда и сюда вторгнуться, поэтому вот так мы сделаем. Я думаю, у нас должно силы-то хватить для победы. Вот. Ну, в крайнем случае, еще можно перебросить. И вот отсюда можно перебросить еще нам кое-кого. Вот парочку вот еще отрядов сюда перебросим. На помощь. И вот так вот оставим, я думаю. Хотя, если они сейчас из Кикузуна в Кикуга могут дернуться. Вот,
всякий случай еще этот копейщик сюда. Так, ну тут, тут у меня пока вариантов больше нету. Если сейчас монгол вторгнется, то для нас это будет крах, поэтому оставим пока так, как есть. Нужно еще вот этих вот забросить туда. В общем, завершаем ход. Так, Сацуми у нас кузница построилась. С кузеном она будет кидать на другое. Так, а куда они там отступили? О, ребята, все, здесь попали, казалось. Нам сейчас главное загнать их в замок. Вот этих вот тоже нужно куда-то оттеснить, чтобы они здесь нам не мешались. А вот тут я фиг знает, еще вот эту группировку нам по-любому нужно будет уничтожать. Так, вот здесь я хочу такую ротацию произвести, наверное. Так, вот пока у нас деньги есть, этажи еще сейчас замок построим, потому что здесь я тоже планирую построить порт в будущем. Естественно, когда будут деньги. Завершаем ход. Все, в Акасе построился порт. Отлично. Гузена монголы. Ага, в Хизене они готовятся драться, да? Но у нас в два раза больше, чем монголов сил. Но в этот раз мы будем не в обороне, а в атаке. Нам нужно здесь победить их. И загнать их в замок. В общем, лично командуем атакой. Я предполагаю, что у них здесь вот эти разгромленные отряды, которые мы не добили. У меня здесь, конечно, армия огромная. Еще бы правильно воспользоваться этой армией. Так, монголов часть отряда принесли, часть у нас здесь напрямую. Корейские копейщики. А, ну они сейчас все будут в лес спрятаться. Свободную формацию и перемещаем их сюда. Лучников переместим вот этот холм. Но нам здесь по-любому нужна будет пехота, чтобы их оттуда выкуривать. Так вот, командирский отряд, я что-то опасаюсь использовать. Это тяжелый кавалерийный генат, а потом сюда. А своего командующего я пока использовать не буду. Да, у нас больше, но они спрятались в лес, тут их выкуривать будет тяжеловато. Но нам нужно эту биту вытягивать.
потому что я не знаю, когда к нему высадится еще подкрепление, сколько к нему еще подкрепление высадится. А нам нужно за это время монголов уже разбить. Ну, может быть, не всех, конечно, но хотя бы вот этот остров захватить по-любому нам нужно. Так, вот наши конные стрелки уже почти подошли к нему. Копейщики подтягиваются немедленно, это плохо. Сейчас их начнут обстреливать уже. Они уже обстреливают наших конных стрелков. Давайте копейщики вперед. Тяжелый кавалерий нам нужно сделать на 2 отход. Зажали нас тяжелые кавалерии. Так, стрелки, давайте просто сюда. Поставь тяжелые кавалерии надо. Так, здесь у нас что? Так, тут уже мои отряды позиции заняли. Yeah.
стреляем их, пока не убегают. Так, командирский отряд за этот привлечем. Давай сначала вот этих вот дожмем, выберем отсюда. Стрелков на тот отряд. Сейчас мы пути перекроем сначала. Так, а кто близуется к ним? Ой, это же наклонные стрелки. Вы туда давайте, тут у них огонь. У него остался один отряд, я так понимаю. А мне нужна скординированная атака. Где они смогут? Где-то вдоль этого леса могут они поскакать. Тяжелый кавалерий где-то там далеко отстала. Все, попытаемся сейчас их задержать нашим командирским отрядом. Разбить-то мы их не сможем. У меня только надежда, что у меня нагинаты быстренько куда идут сюда. Вместо боя. Лучники пока отправятся, сейчас будет своих бить. Надо очень их перехватить, я думаю. Сейчас вот конных стрелков сюда давайте пошлем.
А то сейчас они могут вполне просочиться к себе. Что они, кажется, пытаются сейчас сделать. Нам нужно закрыть им вот здесь лазейку. Вражеский тайша лежит в поле боя, но наш миг все равно сведет его в могилу. Что-то гоняем и уничтожаем этот отряд, насколько можно. Мы убили вражеского тайша, а без полководца враг не сможет нас победить. Главное, чтобы они отсюда убежали совсем. Все, победа. 327 погибло наших солдат, противник потерял 741. То есть, как положено, монголы понесли потерь в два раза больше. Ну, то есть, у нас там в два раза больше было. Я в этом смысле не веду. Зарифский сезон захвачен, остатки монголов там укрылись в замке, но их, я так понимаю, совсем немножко. По-моему, вот так надо. Там осаду можем закончить замка. Так вот. Сейчас мы будем создавать группировку. Вот этим я буду пока на обороне. А там мы будем создавать группировку, если противник вдруг. Потому что нам нужно уничтожать вот эти отряды. Даже у меня пускай будет 8 отрядов, я их все равно атакую. Пусть я проиграю. Но немножко мы их подточим, их силы. А сейчас вот эту группировку, вот здесь закончим мы с Хизеном, вот эту группировку мы соберем в Нагато. И будем здесь уже держать оборону в Нагато. Такие тиски для них сделаем. У них останется 1, 2, 3, 4, 5 провинций. Но у меня, правда, еще и денег нет пока на то, чтобы подкрепление туда подкидывать. Ну ладно. Надеюсь, что монголы пока нигде не высадятся. Таджими замок построился. Да, все, идем на штурм замка. У них там всего 52 человека осталось. Кстати, первый раз я, по-моему, в Сёгуне иду на штурм замка. Замок у нас, я так понимаю, прямо по курсу. Ну здесь кого? Конечно же, будем использовать лучников в первую очередь. Конных стрелков. Свободную формацию. И сюда вот. И плюс лучников вот сюда. Болельщиков. В общем, всех стрелков сюда, кто у них там, кавалерийские копейщики, да? Да, корейские копейщики. Вот тут замок, тут даже здания никакого нет, просто заборчик обнесенный и все. А, вот что мы так решили. Но проблема в том, что они на возвышении находятся, я не знаю, как наши стрелки будут здесь действовать на возвышении. Конечно, бросить бы на них нашу тяжелую кавалерию, не сюда же кавалерию бросить, а там копейщик. Наш отряд стреляет не по копейщикам, а по вот этому отряду кавалерийцам. Копейщикам тоже как попадать немножко. Ну нормально, даже понемножку тратить, они все равно мы их переставляем. Не буду я даже тяжелую привлекать как кавалерию, пехоту, просто как-то.
стрелами. А, вот тут потихоньку там тратится. Хочу внести, чтобы потом я 12 копейчик. За 11. Вполне руки на страйке. Кстати, наших уже конных-стрелков четверочек уже опыт. Кто-то же опыт, по-моему. Все, копейщик, все подпринимает на стреляли. Противник, ну, просто никаких шансов. Это что тут? Вот узнаю тот-то вар. Вот останется один из отряда один человек, и они этого одного человека будут очень долго приставать. Все, остался последний отряд, это монгольские легкие кавалеристы. С одной стороны, мне, конечно, надо как можно быстрее монголов добивать, но с другой стороны, у меня сейчас там денег нет, чтобы мне какой-то отряд. Я хочу их по плану блокировать и уже потом. Отряд небольшими такими армиями, ну может быть и большими армиями их все постепенно уничтожать. Ну как постепенно, конечно, с одной стороны может быть желательно побыстрее, потому что я не знаю, где они, когда и куда высадятся, чтобы так, ну, вот города-то по-прежнему, сейчас у нас деньги появятся, по-прежнему буду занимать в трех городах. Это вот надо, так, группировку в Нага, сейчас мы вот этой группой займем провинцию Нагата, но лишь бы монголы здесь не высадили где-нибудь. Потому что если они здесь где-нибудь высадят, это все. Вплоть до Сатумы будут идти там подобным маршем, за ними в догонку пускаться бесполезно. Если он их не догонит, потому что они не будут преимуществ на один ход. Так что, наверное, это риск. Но пока они не высадятся, можно в Сатуме будет нанимать хоть кого-то. И все провинции хотя бы гарнизон оставить, если провинции оставлять. Все, три человека остались, теперь будут выцеливать, не знаю сколько. Все, двое остались. И, кстати, мне как-нибудь надо еще плюс ко всему выделить группировку на ликвидацию повстанческих отрядов. Потому что я хочу всю территорию Японии взять под контроль. Вот двое остались, какие-то неубиваемые они, товарищи. Слушай, да ну оставь.
Там осталось всего два человека, и сейчас за этих двух человек мы будем 5 минут времени тратить. Я лучше сейчас тяжелую пехоту, ну, не то что тяжело, а вообще всей пехоты по ним сейчас ударю лучше. Захвачу замок. Тут два человека осталось, ни копейщик, уже никого нету. Сейчас мы командирским отрядом и магинатой ударим по ним и все. И закончим это сражение. Сколько они будут этих двоих выцеливать? Все равно никуда они не денутся здесь. Забахчик такой. Эй, я не вижу. Его убил. Ваши солдаты убили вражеского трэша, а теперь его армия разорена. Потеряли мы 13 бойцов, противник потерял 552. Все, вот этот вот остров полностью нами освобожден. Что у нас с годовой прибылью? 2011. Так вот, почему-то я тогда тоже смотрел, вроде бы, но почему-то у меня 800 всего было. Все расходы 9365. У нас сейчас, вот, кстати, вот торговля начинает подниматься, потому что, ну, у нас что, то есть порты мы построили, и дает нам все это 1000. Сколько у нас портов, сейчас посмотрим. Вот в Акасе порт раз. Шимози порт 2, Нусаши 3, Сагами 4, потом 5. Вот, все 5 портов дают нам 1000. Сейчас у нас еще в Тажиме порт построится. Ой, нет, в Тажиме же я еще порт не строю. Как я запамятовал, ну ладно. И если вот еще 5 портов построим, это нам даст еще 1000, плюс расправиться бы здесь вот этих захватить, Деву и Муху, это бы нам еще дало, считай, больше 1000 дохода. Но чтобы справиться с мятежником, мне надо еще вот тут вот под охрану Хитачи и Шимоцуке взять. Какой-нибудь армии сдавить. А, еще вот здесь вот нужно взять под охрану все. В Каге у меня есть охрана, Хиды и Мины еще взять под охрану. Надо откуда-нибудь вот Ямашира, что ли, нанять по несколько отрядов. Но, с другой стороны, я не знаю, сейчас вдруг монгол один высадится. Поэтому забирать, конечно, такие отряды, вот из Ичху, из Ичига. Давайте, наверное. Так, на Ичига, в принципе, здесь мост. Здесь у меня пехота есть, может быть, я здесь смогу удержать противника, но не знаю. А вот Ичху, если они сейчас выкинут, это будет, конечно, плохо. Ну, хотя я так полагаю, что... Ну, не знаю, когда они выкинут, в общем. Возьмем все-таки вот эти уж отряды куда-нибудь отправим сюда, вон тоже. И тут где-нибудь расставим их. Копейщик сюда, в Акасу. Главное, чтобы они ко мне никуда не лезли с монголы дальше. Если мы их ликвидировали. Так, ну что ж, на этом я серию на сегодня заканчиваю. Всем пока. Монголов тут осталось на сразу 2, 3, 4, 5 всего областей, но эти 5 областей нужно... Желательно как можно быстрее их ликвидировать.
потому что я не знаю, выснятся они еще или нет. Потому что до этого тоже они ничего не захватывали, но все-таки в Акасе крупную группировку-то высадили. Ну ладно, все, всем пока.